Совсем немного времени осталось до начала матча на стадионе Этихад, что в Манчестере. Футболисты, арбитры, болельщики все уже на местах, как и мы, ваши комментаторы на сегодняшнем матче. Сегодня для вас работают Константин Генич и Георгий Черданцев. Оставайтесь с нами, это будет интересно. Сегодня Манчестер Сити встречается с командой Хаддерсфилд Таун. Смотрим состав Манчестер Сити. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Мы видим состав команды гостей. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Этихад Стадиум относительно новый и очень современный стадион. Благодаря этому он пользуется популярностью не только у болельщиков Манчестер Сити, но и у многих любителей футбола в целом в Великобритании. Слова Георгия Черданцева подтверждаются и опросами общественного мнения. В 2005 году City of Manchester стал вторым в рейтинге лучших аренд Соединенного Королевства, уступив лишь Олд Траффорд. А в 2007 его признали вторым по качеству обзора, открывающегося с трибун. Лучше оказались места только на стадионе Эмирейтс. Бернардо Сильва. Кайл Уокер. Эмерик Лапорт. Лапорт. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Стив Мунье. Жезус. Азар. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Дэнни Уильямс. Отличный пас. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Дэнни Уильямс. Плохая игра в обороне. Преимущество у атакующей команды сейчас. И покидает мяч штрафную. Можно провести контратаку. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. И пробил. Не точный удар. Мяч проходит выше. Кайл Уокер. Кевин Де Брюйне. Илкай Гюндоган. Джон Стоунс. Азар цепляется за этот мяч. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Кайл Уокер. Тут надо было просто вынести мяч, что защитник и сделал. Бернардо. Положение вне игры. Стив Мунье. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Томми Смит. Диакаби. Жезус. Азар. Илкай Гюндоган. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Очень хорошо сыграно соперником. Прессинговали они и забрали мяч себе. Гюндоган. Азар. Илкай Гюндоган. Азар! Потащил один удар, но может быть и второй. Аут бросает Манчестер Сити. Бернардо Сильва. Кайл Уокер. Количеством они будут брать вам. Гюндоган!
Это угловой. В центр штрафной мяч направлен. Хороший вынос мяча из штрафной. Джон Стоунс. Кевин Де Брюйне. Навес напрашивается. Габриэль Жезус. Илкай Гюндоган. Ждем угловой. Навешивается углового Де Брюйне. Навес в центр штрафной. И выносится мяч из штрафной. Кайл Уокер. Я вообще не думаю, что... Не побоялся ударить издали и не сильно промахнулся. Но он умеет забивать такими ударами, и дистанция для него не проблема. Хорошо мяч перехватили в атаке. Дэнни Уильямс. Хорошо увидел партнера впереди. Важно сделать навес. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. И мяч забирает Азар. Навешивает Азар. Выбит мяч из штрафной. Кевин Де Брюйн. Жезус. Счет матча открыт. Ну что сказать, мы этот гол ждали. Да, команда полностью контролировала ход встречи. И нет ничего удивительного, что именно они пробили оборону соперника. Все к этому шло. Все шло к этому. И это был вопрос времени, когда они забьют. Гол буквально витал в воздухе. Ну, конечно, они лучшие. Они сами прекрасно это знают. И не стесняются это сегодня демонстрировать. Игра идет, конечно, практически в одни ворота. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Кристофер Шиндлер. Муй. Алекс Причард. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Свисток. Штрафной. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную. Штрафную мяч подает он. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно. Дэнни Уильямс. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Стоит от... Опасно! Арбитр назначает угловой. Сегодня у них не будет много моментов, и болельщики это прекрасно понимают, поэтому они так активизировались при этом угловом. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Алекс Причард. Как он работает с мячом? Всех обыграл. Нет, не попадает он в ворота. Да, пока рано делать выводы, но команда проигрывает. И разбрасываться такими моментами все же не стоит. Лапорт. Де Брюйне. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Забивать нужно! Мяч выбит, и это конец перспективной, в общем-то, атаки. Похоже, эта атака закончена, мяч они потеряли, классно в перехвате сыграно. Жезус. Эден Азар. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Стандарт – это всегда шанс забить. Если забьют с этого углового, будут вести уже с разницей в два мяча. Мяч летит в центр штрафной. Хороший вынос мяча из штрафной. Гюндоган! 3 минуты будет добавлено. Диакаби. Диакаби. Потери и мяч у соперника. Увидел открывание впереди, делает передачу. Мяч у вратаря, все в порядке. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока.
Футбол на стадионе Этихад. Едем дальше. Дэнни Уильямс. Муй. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Потери и у соперника. Попытка с дистанции неудачно, очень уж далеко было до ворот. Будет угловой. В центр штрафной подан мяч с углового. Угловой, подача, голкипер. Все в порядке. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Кристофер Шиндлер. Дурм. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Кевин Де Брюйне. Здорово играет, очень точно делает. Хороший пас на ход. Ну вот чуть-чуть поточнее бы сыграли, и по-другому могла это. Хороший по задумке пас. Просто великолепное спасение. Какая реакция у вратаря. Блестящая игра. Свисток арбитра угловой. Решительно тренер себя ведет. Меняет сразу двух игроков. И прямо в центр штрафной мяч летит. Мяч достается. Отличный удар. И снова спасает вратарь. Забирает мяч на этот раз. Здесь прессинг. Много разной информации на тему этого трансфера было в СМИ, но сейчас это наконец закончилось и все подтвердилось окончательно. Да, совсем скоро информационное поле нормализуется и будет ждать какой-то новой сенсации. Есть игрок впереди, пройдет передача. Навес в центр штрафной. Ну, не знаю, на что он рассчитывал, выполняя этот навес. Это угловой удар. Мяч летит в центр штрафной. Плохо подан угловой, мяч у вратаря. Опасный удар головой, и рядом со штангой пролетает мяч. Александр Зинченко. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Пас играет команда, ждет своего момента, перекатывая мяч. Илкай Гюндоган. Гюндоган! От перекладины в ворота. Гол! Игрок вколачивает мяч от перекладины в ворота. Всю душу вложил в этот удар. Да, пробил действительно очень сильно и точно. Тот редкий случай, когда предъявить претензии практически некому. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Кристофер Шиндлер. Муй. Джонатан Хог. Не стал давать свисток арбитр. Прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Может получиться интересная атака. Плохо исполнен навес. Мяч будет введен в игру ударом от ворот. Зафиксировал судья нарушение, штраф отложил, а теперь получите и распишитесь. Ну, кто-то назовет его злопамятным, ну а кто-то, наоборот, справедливым. Это фол, и нечего спорить. Судья был рядом, он все видел, грамотно разобрался в эпизоде. Не получился отбор, и это фол. Уходит он на замену. Хороший матч провел. Тренер, видимо, решил дать ему отдохнуть.
Дурм. Муй. И еще один прекрасный пас в его исполнении. Рияд Марес. Де Брюйне. Кевин Де Брюйне увидел вариант для передачи, но выполнил плохо. Стив Мунье. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Александр Зинченко. Гюндоган. Фернандиньо. Кевин Де Брюйне. Рияд Марес. Марио Балотелли. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Илкай Гюндоган. Фернандиньо. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Опасно! Гол! Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу один на один. И как же хорошо он приложился к мячу. Еще раз смотрим, как был забит мяч. Да, смог коснуться голкипер в этом моменте мяча, но этого оказалось недостаточно. И продолжают забивать и забивать. Дается им. Четверть часа еще играть команда. И вот-вот на поле появится свежий игрок, замену у гостей будет. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Кевин Де Брюйне. Балотелли. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Хороший прессинг показывает соперник и забирает себе мяч. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Пас на ход партнером. Не побоялся ударить издали и не сильно промахнулся. Но он умеет забивать такими ударами, и дистанция для него не проблема. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Де Брюйне, решай! И гол! Манчестер Сити забивает. Вот такой вышел матч на кураже от первой и до самой последней минуты. Такое впечатление, что вообще играла сегодня только одна команда. Она полностью переиграла своего соперника. Подходит матч к концу. Приходится констатировать очевидное. Борьбы у нас сегодня не получилось. Ну что ж, болельщики хозяев сегодня получили ровно то, зачем они пришли на стадион. Да, преимущество хозяев, по-моему, никаких вопросов сегодня не вызывает. Де Брюйне. Балотелли. Марес! Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его. От стойки в ворота. Ну что, диктору по стадиону можно объявлять: гол забила штанга. Или гол забил штанга. Вау! Вечерний Черданцев просто в великолепной форме, Георгий. Твой искрометный юмор меня когда-нибудь убьет. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Муй. Дурм. Ван Лапарра. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Алекс Причард. Муй. Диакаби. И удар! Готовы они разыграть угловой. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Ван Лапарра. Есть удар! Отважился на удар издали и почти попал. Да, удар получился плотным, но вот точности ему не хватило. Илкай Гюндоган. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Скоро подача в штрафную будет с углового.
Навешивает Морес. Борьба на втором этаже успеха не принесла. Удар пришелся мимо цели. Но если команда продолжит так напирать и давить, я думаю, соперник в конце концов все-таки дрогнет. Все, нет больше времени в матче. Манчестер Сити празднует победу. Ну что ж, давайте подведем итоги матча. Я обойдусь двумя словами. Абсолютное доминирование одной команды. Георгий, ты плохо считаешь. Это было четыре слова. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Отлично сыграл, забил очень важный гол. Думаю, тренер должен быть доволен его действиями.